Микрофон работает. И поехали дальше. Сейчас будет ряд коротких роликов. И этот называется «Как понять, где правда, а где ложь». Дело в том, что понять правду невозможно. И речевые функции человека, может быть, кто-то играл в испорченный телефон и понимает, что люди не могут в точности передать информацию от одного к другому. И чем больше посредников, тем меньше там правды, больше кривды. И была ли она вообще изначально, да? А на самом деле внутри нас, вот в этой области, находится частичка Творца, которая называется душа, в нее записывается весь опыт, а душа связывается, коннектится с Творцом при помощи духа. И вот если вы находитесь в состоянии равновесия, такие равновесия, когда вы почувствуете, что у вас сейчас нету никаких эмоций, можете закрыть глаза, нету никаких обиды, страха, вины, или положительных эмоций, у вас просто равновесие, то вот можете задавать вопросы, и ваше же тело вам будет отвечать. То есть оно эмоциями с нами разговаривает через подсознание. Эмоциями, образами и чувствами. Женщинам, конечно, многократно легче понять, где ложь, а где правда. Дело в том, что вокруг очень много всяких запугиваний, манипуляций. Очень много выгодоприобретателей той или иной инфы. И так как понять правду невозможно, ее можно только почувствовать. Можете также там в состоянии равновесия, это в постели, когда вы только проснулись. И если вы никуда не бежите по будильнику, а будильник вообще чудовищное зло на нашей планете, вот вы проснулись и просто чувствуете, чем вам сегодня хочется. Не надо, а хочу. И задавайте также вопросы, и вы получите ответы, где правда, а где ложь.